подводный радар сейчас техсостав, я думаю, устранит. Я очень жалею, что на борту не было охранника, который подошел. Вообще иногда... Пиздану! Смотрите, как нас здесь встречают. Отельно! В тихом семейном кругу. Я приемный. Все, нашли. Нашли. Все, фу, слава богу, что ты меня пугаешь так, Игорян. Все нормально, мы летим, ребят. Паспорта мы уже положили их сюда. Блять, Игорян. Чтоб не летит домой. Ты себе их положил. Да ёб твою мать, я не понял. Ты что, гонишь, что ли? А вот они, кармашки. Пиздец. Сюда тебе. Ты думал, ты умеешь тусить, ты не умеешь. Смотри, как мы качаем, бро. Но хорошее количество вставок в предыдущей серии равно пропорционально нашей любви к вам. Сечете, да? Ну тогда сразу шлепаем Лукас, пристраиваем Жапито в удобное местечко и зыркаем, что есть мощи, новый выпуск. Боже, да кто писал этот текст? Нужно на законодательном уровне запретить ему использовать буквы алфавита. Я это вслух сказал? Так, все, меньше слов и больше годноты. Проституция начинается. Все нормально, нас пропустили, мы взяли паспорта, взяли билеты, и вот мы уже в автобусе. Все хорошо. Кто не знает контент Виталика, он все снимает в машине, поэтому будет много шуток про то, как он типа без машины. Обязательно. Нет, приедем, я буду загорать, и сразу же снимем машину. Обязательно. Я не загораю. Попроси в самолете в кабину сразу сесть. Можно вот сейчас прям повезти? Так, ну все, мы уже в самолете. Вот специальное оборудование на шее. Горян инстаграмит. Мы скоро будем взлетать. Я начинаю бояться. Ехать тут бояться. Взял, сел, поел. То есть поел. Уснул. Проснулся в Турции. В Турции. Так, вот этот самый момент, который я боюсь. Погодный радар сейчас техсостав. Я думаю, устранит. И мы продолжим обратить внимание. Мы возвращаемся на стоянку. Что-то с самолетом случилось. Прикалываетесь? Ну, трясет, что-то смотрели. Да что ж мы не успели взлететь, блин? Только что капитан корабля сказал, что мы возвращаемся на стоянку. Самолет не исправили. Там сказали, что какой-то погодный радар не исправит. И лучше пускай другой самолет, чем вот этот поломанный. Тут что-то другой непогодный радар, ты видишь, вот трясет. Ну, мне кажется, ну, и цель, так сказать. Думаешь? Да. Дверь не работает сначала. Он завел, двигатель не крутился, они что-то дали сделать. Другой самолет? Или этот будут ремонтировать? И мы будем ждать? Да, пока неизвестно. Что, нам с вещами уходить? Не дай бог, кто сейчас скажет, так, мы сейчас починим самолет и на нем же полетим. Вот это вообще у меня самый ужасный, блин. Это страшно. В общем, у меня уже паника. Тут я вообще очень сильно боюсь. Так, пошли что-то смотреть у нас, разбираться, что случилось. А ты слышала, что он говорил? Да, какие-то неполадки. Погодный радар, по-моему, барахлит. Что-то такое. Я надеюсь, что это... Ну, когда ехал, он что-то хромал, не из радара, походу. Это, может, и оказалось. Нет, все. Не ругай. У нас все в порядке, а то мы как-то не по себе. Ну, конечно, все в порядке, не волнуйтесь. Ситуация такая. Мы на стоянке, людей не эвакуируют, мы остаемся в самолете и пытаются разрулить и починить неполадку. Что, конечно, вообще никак не... Меня не радует, потому что ну, страшно лететь на самолете, который неполадка. Вообще спокойно, абсолютно, прям. Вот так Любка каждую секундочку свободного времени пытается монтировать для вас расшатай, чтобы серии выходили. Итак, приземляемся. Вот она, Турция. Ждет нас. Сейчас надо только сесть хорошо.
кипишем долетели, мы сейчас расскажем поподробнее. Если там был бы я, то такого бы не было. Игоряна в Турцию пустили, отлично, уже успех, потому что у него алкоголь наш. Короче, ребят, оказывается, неполадки в самолете были не те, которые мы думали. Неполадки в самолете сидели за нами, и они были двухметрового роста. Там какая-то команда, то ли телохранителей, то ли жизнеразрушителей, я не знаю. Просто верзилы огромные, они еще и поддали. И, в общем, настолько они внутренний климат разрушали, что просто всех успели достать. Игорь, ты все равно крупнее, в толщину. Что там? Он у меня спрашивает, типа, тюркмыши? Я такой, нет, азари. Он такой говорит, Ася, типа, проходи. А вот он, Виталик, подходит, я такой, армяне, типа. Ага, подставил тебя, да? Да, да. Но он печать держит у паспорта и спрашивает, типа, армянин? Ага. И смотрит на меня. Хша. Если я скажу да, он мне печать не поставит. Я хша. И они пипец там начали мурагозить так, что достали весь салон, там же все с ними ссорились, перессорились. Игоряна они пытались с места его что-то там выгнать, сдвинуть, но он, конечно же, не уступил. Ну, в общем, полный трэш. Игорь, ты в Мексике? Все, отвали от меня, блядь, что тебе надо? Садись, давай, покажи, как это, расскажи. Я показал обидчика. Ну, давай. Здорово, хер. Я? Да. Я этот обидчик. Отлично, зафиксировали. Блядь. Собака. Еще раз. Смотри, ты начала сразу на тебя смотреть. Разделай сразу. Смотри, вот тут Виталик, как бы она такая смотрит, а этот тип такой. Эй, я здесь. Давайте все свалим. Мы хотели, чтобы вы наедине остались. А, пипец, ты просто опасный. Я домой хочу, Игорь. Камеру, Игорь, дай. Капуэра, что ты можешь делать против этого? Вы сам в моей стране, ребята, отдыхайте. Ни в чем себе не отказывайте. Гуляйте. У нас уже появилась первая развлекаловка, или это что? Или это по-серьезки все, не развлекаловка? Ну, это мечта. Развлекаловка. Развлекаловка. Мы, короче, купим... Похож на водный пистолет? Да. Купим водные пистолеты. И даже водное ружье похоже больше, чем пистолет. Не будем. Смотри, во-первых, мы думали о том, что будет ли у нас одна совместная кровать или две раздельные. Но вы все равно соедините их. Ребят, нет ничего другого. Вот именно, я... Что ты спросила? Мы будем сегодня пить? Спать ты не так есть. Спросила, ты говоришь, или сразу спать ляжем? Покупаем колу. Получается $5, 300 рублей стоит маленькая кола. Да ладно, да? Да. Дорого, 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 дорого. Ты что будешь, Виталь? Не знаю, я еще не решил. Знаешь, как у меня один друг делал? Он всегда смотрел на еду и представлял, что он ее ест. И вот вкусно, и вот он всегда выбирал. Так вот он представляет, типа, вот я сейчас ем мороженое. Ну, такое. Подарок тебе дали? So sweet. Ничего себе, ты им понравилось, и как? Подарок? Да, просто подарок. Подарок такой. Может, это потому, что у тебя крутые друзья? Игорян, раздай ребятишкам.
Этот? Это Сюги. Это Сюги, давай. Мы просто в гетто. Руки в колени. В гетто рот. Ребят, мне тоже не нравятся новые участники. Я ничего не могу поделать, мне приходится. Шерги, он вообще какой-то странный, да? Он кажется здесь. Да кого это волнует вообще? Блин, так здорово. Да ему в лицо могу сказать, Шерги, ты странный. Вид, у тебя такой маленький. Он прям вообще крошка у тебя. Да я не про чемодан. Друга, смотри какой, малютка, ты мой сладкий. Мороженка любишь? Я так. Весь измазюкался. Правда? Да, но я не про мороженое. Все как бы укутывают чемодан в пленку. Да, мы это знаем. А Шевги укутал в лаваш. Говоря, нафига у тебя батон? Не то, что Шевги, да? Что произошло? Я вышел в туалет, прихожу, а там еще такой двухметровый амбал подходит. Ну, они очень высокие, да. Да. Я говорю, чувак, говорит, это мое место. Ну, он отходит. И тот лысый, который сидел сзади, говорит, типа, в смысле твое место? Говорю, ну, в прямом, я здесь сижу. Он говорит, ну, встань. И, короче, мы встаем, и он вот такого вот роста. Я такой, прям быстро ловит вообще. Ну, что, твое место ты купил? Говорю, ну, да. Он такой... А, ну ладно. А что там, кому-то он что-то затронул, да, как-то, или что? Нет, он один раз трогал. Я ударила, но руками не трогать, а он меня бесил уже давно. И он идет обратно, и опять. И я просто его ногой пизданула в ответ, и кинула в его бутылку, начала орать. Чем? А мы не real, motherfuckers feel. Что это за парище? Четки убери. Это сейчас не модно. Ты перед своей толпой стой как угодно. Я очень жалею, что на борту не было охранника, который подошел. Вообще иногда... Пизданул. Не без приключений. Предложение должно было сделать. Вот этот рыж, который грузин. Да ладно, а как вы это поняли? Кольцо показал. Будет делать предложение, сейчас Турция. Блять, у меня нервы-то нахуй. Перед этим он ему на пиздячу. Такие милые, вообще, я тоже так хочу. Бля, она согласна. А так, в целом, ребят, очень все хорошо. Если не считать, что у нас самолет сломался, и мы его долго ремонтировали. Потом у нас полет был тоже очень нервный в связи с гостями большими, большого размера. А так, сейчас все хорошо. Мы будем в Белеке сейчас, уже буквально через несколько, надеюсь, минут. Подожди, мне так где-то... Ты маршрутки расскажешь. Нет, Игорян, спроси, какая у нас фамилия. Какая у вас фамилия, ребят? Это да, это шутка вечера вообще. Прикиньте, он тоже Сидоркин. Бро, прикольно, так выясняется. Смотрите, первый вечер, ой, так прикольно, нифига себе. Мне некомфортно, что Шевги с нами едет. Ребят, вы что, вы такие нерадостные, вы же приехали отдыхать, делать посты, позитивчик. На самом деле уже очень радостно, когда все вот эти вот перелетные перипетии, нервы позади, уже все, этот воздух ощущается, прям настроение поднимается. Люк. Скоро мое лицо перестанет быть синим, только настроение будет синим, а лицо будет загорелым. А знаете, какая самая длинная и толстая часть тела у Виталика? Это шея. Даже кадык даже не выделяется, какая она гладенькая. Цвет настроения синий. Внутри мартини, а в руках бикини. Да. Мы заметили, что все там бомжи, его друзья. Да, и там алкаши. И Амиран, и все, да. Он Амиран, да, а вот король. Она так чувствует себя богиней. Это музыка сатаны. Вот, смотри. Ты про это? Максимум. Он меня спас. А, я такой не видел. Gucci gang. Надо угадай мелодию играть. И я начинаю петь, а вы должны. Да, да, да. Аламадан, Айрлу Колман. Ты такая реально существует. Нет, поняли правила?
Смотри. Это просто охуенно. Жень, перестань так веселиться, пожалуйста. Мы приехали! Урашечки! Смотрите, какой довольный Виталик! Класс! У меня мокрая жопа. У меня тоже, кстати, мокрая жопа, да. Вот наш первый отель, пока мы не забыли, мы всегда забываем. Ксанаду Резорт. А как правильно говорится? Ксанаду. Ксанаду. Сейчас будем его обзирать. Блин, вот это завтра противное такое будет ощущение, когда все загорелые такие, а ты как просто пельмень выходишь. Молчи, пожалуйста. Так, я сразу подключаю Wi-Fi. О, ты наш пароль добыл? Нет, пока. За приезд. Проституция! Смотрите, как нас здесь встречают. Добрый пожаловать. Добрый вечер. Добрый пожаловать. Здравствуйте. Добрый пожаловать. Ну вот нам дали наши карточки от комнаты. И даже паспорта вернули. Девчонки, давайте. Да, давайте только сейчас не будем мыться, да, сразу будем бухать. Да, да, реально. Потная пати. Дыра. Скида папа. Скида папа. Скида папа. Трбоба. Остановитесь. Кайф, ребятки, такой же класс. А, нет. А у нас какая? 40? У нас фотка наша. Заходи, Вита. Слушай, ты как будто лошадь жук. Шевги, давай. Пошел. Смотри, романтик. О май гад! А ты вино брал? Твою есть! Ай, беда! Ой, бля! Халявные печеньки есть! И бананчик! А ты со мной взял, зачем? Блин, вообще кайфово, реально, очень хорошие номера. Вообще, просто мне так нравится, ребята. Пока все по плану, да? Да, номера вообще. Ну, я не знаю, ребят, крутой номер, сейчас посмотрим, какой у нас будет. Такие маленький, но удобный. Маленький, но он офигенно какой уютный вообще. Давай. Итак, мы заселяемся в номер. Вообще, он очень новый, прям реально все такое новенькое. Ну, он маленький, конечно, но он очень уютный, новый, теплый и вообще приятно находиться. Короче, капец, классно. И вообще, само ощущение, что ты на отдыхе, это кайфово. Все очень чистое, аккуратненькое, супер-супер-супер. Вон, Гарян, до нас встречи. Да, про тебя супер-супер-супер. Мы, конечно, не сняли, как мы восторгаемся, забегаем и бухаемся. Мы новеньких пока берем. Да, бухаемся на кровать по традиции, но, блин. Так, все-таки я хочу переодеться. Блять. Я забыла, что у меня чемодан не открывается. Завтра переоденешься, давайте пока так приносим. Нет, ребят! Хоть мои вещи надень. Нет, это я реально не хочу твои вещи надевать. Да прикрой дверь, ты сейчас увидишь. Куканчик твой? Охереет. Влюбиться? Блин, что делать? Горюш, давай сейчас попробуем еще попытки предпринять. Короче, не открывается чемодан. Хрен с ним, главное, мои вещи отдают. Тогда я тебе покажу голову. Ты что, обалдел? А что синий-то стал весь? Цветостроение синий. Люб, ну что ты как-то мучаешься? Блин, Юлька сказала, что надо набрать все единицы, и он должен открыться. Он не открывается. Она сказала, что можно его побить. Подожди, дай попробуем. Только смотри, не сломай. А, не сломай, нет. Давай еще попробуем. Подожди, давай нули попробуем поставить. Блин, ребят, ну это просто такое попадает. Ну мы не ставили туда код просто, и как бы по умолчанию должен какой-то стоять уже. Давай я сейчас еще другие. Подожди, а может быть 1, 2, 3 попробуем? Не надо, ты столько не сломай. Ну и что, сломаем, новый купим. 1, 2, 3 пробуем. Нам вот эту главное сломать штуку. Жесть. Еще не смогли мы открыть чемодан, ребят. Не смогли. Решили пойти пока что в такой одежде, которая есть. Поесть, попить. Может быть, придет какое-то решение, не знаю. Давай, погнали. Собрались. Десантура, давай. Петушки, хорошо пьешь? Не, нам. Это наш номер, они там живут, а ты повелся. Это пранк, чувак. Маликов не забанен.
Это Титов. А, это реально. Юрий Титов. Это Титов, реально. Как ты мог вообще? Я делаю это. Вечернее платье. Серебряные туфли. А что, ты, Жень, ты что, замужем была? Женька, ну классно же. Классно, а знаешь, как мне классно? Я попу не мокрая. Я офигеть, как тебе завидую. Я тоже хочу платье надеть. Попа была мокрая, а теперь сухая, как полотенце в памперсе. Вот такие вот подробности еще, ребят. Не, заплатили. Детей нет, приходится на себе, да, рекламировать? Мы идем в столовочку. Ресторан, извините. Ой, пахнет едой, сильно пахнет. Приятного аппетита, ребятишки. Спасибо. Пироженки. Ужин в семейном кругу, в тихом семейном кругу. Я приемный. Приемныш. А, надо в камеру смотреть. Я приемный. Милорд. Передайте мне, пожалуйста, этот помидор. О! Смотри, в теме такой, нам-нам-нам. Ожидание реальность, да? Как ты сидят блогеры? Говори спокойней, люди недовольны твоей метлой, которая гуляет вольно. Тебя смущают мои длинные волосы, смотришь как-то косо, задавай по сути вопросы. Есть тут вот травку найти нормально, думаю. Горит косяк, и у тебя глаза горят. А вообще тема будет. У тебя вот травка в тарелке. Лаешь, только лаешь, только лаешь, лаешь, только лаешь, слушай. Ты рядом с леди сидишь, как ты себя ведешь вообще? Леди Гагой. Мы друг на друга посмотрели, музыка заиграла. Отыграла, спасибо. Ты когда-нибудь видел такую ледю? Пойдем ко мне сосаться. Вот, манеры, манеры. Мизинец, мизинец. Мизинец, мизинец. А где ноготь же? Мужчины не выдержали, покидают помещение. Блин, включи Бузову вид. Мы пытаемся понять, сколько раз нам надо покрутить колесики. Колесики. Чтобы открыть мой чемодан. Хей-хей, тысяча раз. Как весело мы тусуемся, я знаю, ребят. Пойдемте бухать. Налейте, пожалуйста, воду. Без проблем, да. Для тебя мне ничего не жалко. Водички, пожалуйста. Спасибо, брат. Виталик, вот ты куришь, да? А ты рекламировал сигареты? И стал бы рекламировать, если еще не рекламировал? Кто сказал, что я курю? Катя. Катя, ты куришь? Это было после секса, но так. То, что было в Турции, остается в Турции, правда, Кать? Вот я тоже так считаю. Короче, наверное, мы его будем сейчас... Открывать. Да, только аккуратно. Все комбинации попробуем. Чтоб нож не отскочил. Как отскочил? Мне кажется, нож сломает сигарян. Хочет тут, ты понимаешь, если попробуем еще раз комбинацию с нулями, то что она должна быть по идее. Только аккуратно, не порежься. Молодец, ты горешь, ура! Ура! Все, мы прекрасно провели сегодняшний день в дороге и веселье, и теперь мы идем по номерам с нашими соседями, прощаемся. Мы рядом все живем. Все, ребятки, давайте до давайте завтра. Давайте до завтра. До завтра всем. Давай, спокойной ночи. Давайте. Спать, отдыхать. Мы уже очень устали, замучились, и нам надо завтра быть бодрыми, начинать загорать, отдыхать, да. Случайно, чем увидели. Заболотник. А что это? Треугольник. А где? А кто там? А, там Катя, Виталик. Смотри, Катька даже танцует, чтобы привлечь побольше. А, это нет, это не Катька танцует, это танцует Женька. Чтобы максимально внимание на себя привлечь. То есть остальные парни заняты, что спать пошел? Охереть, что происходит? А мы же хотели спать.
В общем, мы заселились, и сейчас мы смотрим вот буквально прям вот лицезреем вид с нашего балкона. Он вообще великолепный. Это что-то такое восхитительное, ребят. Что-то с чем-то. Какие у нас планы на сегодняшний день? Поскольку мы отдыхаем с людьми творческими, они сегодня хотят снимать видео. Мы, конечно же, в этом им поможем, посодействуем, покажем вам кухню изнутри, как это все происходит. Пойдем на кухню? На кухню мы тоже пойдем, потому что мы проспали завтрак! У-ху! А пока что мы пойдем искать, где сейчас все. Но перед этим я обязательно поделюсь с вами этим восхитительным видом, чтобы вы тоже насладились. Я вам сейчас покажу, а вы представьте, что вы тоже здесь. Здорово, хлопчики. Как ваш? Мы вообще угораем. Да, нас засрали в комментариях, но на самом деле мы вообще не обижаемся. Мы в Турции, а они нет. Итак, смотрите на наш состав проституции. Это Евгения, известная как Кира Детка. Это Шевги, известный своей бородой. Но как сейчас Шевги? Он без бороды. Это Виталик Заболотнев. Ну вы сами все поняли. Да вы его без машины. Это знаете. Катя. И Люба Любятинка. Написали, не переносит Заболотнева. Вообще не переношу Заболотнева. А у него тонкая душевная организация у человека, понимаешь, что? И тонкая шея. Меня Игорек больше бесит, чем ты. Какой? На, сука, на, сука! На! О, яйцо? У тебя яйцо? Пошел. Где взял? Блин, слушай, ну по такому отелю только так надо ходить, шеф. Походом блатной. А спереди хороший. Так он рукой еще машет, так интересно. Что-то нас не любят, братан. Не переносят. Давайте не коверкать, не коверкайте слова. Но за тебя не переносят, братан. Ну, что он вам сделал, кроме того, что он родился армянином? Может, у них заболотная непереносимость в организме? Просто прочитали только что комментарии под игоряновским видео, где Игорян говорит, вот новый состав. Шерги даже ночью проплакался, блядь. Так вижу, у него глаза опухшие. Ребята начинают монтировать свои видео, которые им надо срочно сделать. Это вот от блогера работа никогда не отстает, даже на отдыхе. Поэтому вот сейчас... мы даже сейчас работаем. Мы сейчас взяли экшн-камеру, засовываем ее в аквабокс и идем на горки. А Любка сейчас... боится, поэтому я буду кататься. Еще покажем вам территорию, чтобы вы понимали, какой отель. И взяли уже его на заметку при планировании своей поездки на море. Так, мы пришли показывать вам территорию. Здесь вот такой вот у нас фонтан открывается. Вот он открыт всегда для вас. Вот здесь все сделано в стиле таких вот старинных замков. Это я подтвердил. Вот видите, вот тот замок. На самом деле это аквазона с аквагорками. И с аквапарк. Да, Игорян сейчас будет там кататься. Приятно здесь находиться внутри. Вот я когда смотрела фотографии, было не так. А вживую вообще кайф. Люба, ты почему на горках не катаешься? Тебя принципиально? У меня нет никакой принципиальной позиции на этот счет. Просто я сыкуха. Мне страшно. Мне страшно. Ты думаешь, то, что ты сыкуха и вода окрасится? Да. Возможно, даже такое, да. Ой, как там красиво, Игорян! I feel so lonely, I'm waiting for you, but nothing ever happens. And I wonder. Прям супер-супер, вообще, мне очень сильно нравится. Все, я снимаю, давай, работай, работай! И разгон взял. Five six five zero five four. Я выбрал самую высокую точку, чтобы загорать, чтобы лучше всего загореть, ближе к солнышку быть. О, а кто это у нас тут? Девчонки. Сейчас мы быстренько фигурки-то заснимем. Ой, а фигуры-то где? Мне просто так удобно. Ну вы так совсем не загорите, вы что? Не, прям просто чтобы не сгореть, понимаешь? Главное, что красиво.
Блиц-опрос. Давай, погнали. Отвечаем, не думая, да? Да. Самый безбашенный поступок в твоей жизни? Я сломала этот лежак. Какой цвет парней тебе нравится? Цвет парней? Да. Синий, конечно. Синий. Сколько на данный момент у тебя зубов? 38. Просто пиздец. Какой диаметр у твоего правого глаза? С 5-рублевой монетку. Какой рост у тебя был в 7 классе? 1.92 м, а сейчас стерлась. Не можешь сказать ничего конструктивного? Завали ебаник, ладно? Назови свою лучшую подругу в институте. О, мы дружили там с другом, Дима. А, представь, что нету Любы, что ты о ней думаешь? Я думаю, что она ест в столовке постоянно. Кушай, давай не подавись. Блиц, опросы друг другу. Спрашивай. Дошик или Ролтон? Ролтон. Какой блин, как я тоже, кстати, больше говядины, Ролтон люблю. Или что? Я люблю куриные Ролтон, самые дешевые в пакетике. Они вот. Вкусненькие. Пипец, братишка, дай пять. Просто реально. Готова ли ты убить, если тебе причинят боль? Если там будет угрожать моей жизни ситуация, ну придется, конечно. Люб, пиздишь, ты же убивала комаров, они тебя кусали. Блин. Ну да, я убивала. И ни одного. Блин, давайте какой-нибудь пранк придумаем для ребят. Смотри, я придумал. Мы отвлечем Шевги и Виталика. Угу. Женька возьмет мне карточку. Ага. И насрет в номере. Причем прямо на покрывало и одеялом накрою. Классный пранк. Может быть, я просто насру и смою в туалете. Да что ты, черт побери, такое несешь? Короче, ты забираешься к нему в номер, к ним, берешь щетки и засовываешь. И насираешь в стаканчик, где они стояли. Да всем насрать! Не, прикольно еще, если взять их кроссовки и прибить гвоздями к полу. Стельку поднимаешь, прибиваешь, Мотолок и нормальные кроссовки, из-за которых они бы переживали. Люб, что такое мотолок? Мы, значит, с Игоряном проспали завтрак, голодные, как сволочи. Подходим вот к этому человеку, да, которого зовут Евгения. Жень, подскажи, во сколько обед? Евгения говорит. 13:30. Сволочь. Мы просто на последнем дыхании, мы уже не шевелиться не можем. Смотри, как она на последнем дыхании практически. Мы уже вошли всю территорию, найти хоть что-нибудь, хоть крошечку может положить. Он уже скоро закончится, и это был пранк, ребята, вот, палец спеть сейчас. Все, не доверяем этому человеку. Смотри, наша дружба началась со лжи. Давай сейчас вам покажем, что предложено, Жень, а потом покажем, как мы с тобой живем. То есть, как бы, ну вот, понимаете, вот такие вот, вот, например, да, позиция, то есть, смотрите, ребят. Все, я, короче, наверное, возьму что-нибудь, это не на камеру. А вот как живем мы с Женей. Ты мне вот сейчас при всех скажи, Игорян. Да все правда доложи. Ты собрался, я понимаю, во все тяжкие. Отжираться будешь, да? Что, прикалываешься, что я взял овощи, грибы, белок, мясо. Почему панировка? Почему масло? Почему покажи все вот так? Покажи панировку, покажи масло, пожалуйста. Вот. Какое все зажаренное у тебя. А панировка-то где? А у тебя все жирненькое какое, а? Это не жир, это в собственном соку все. Это в собственном жире у тебя будет скоро. Грибы уж нельзя поесть. Вот, смотри, какие девочки молодцы. Все вообще по диеточке, все, не я хотят. На ваши девочки не знают, что все бесплатно. Под Любку настигли поклонницы, подписчицы, начинают фоткаться. Мои люди всегда со мной. Девочки, самое главное, скажите, что в жизни я симпатичней. Вообще. Миниатюрненькая такая, а на видео, да, вот это бомбовоз. Не-не-не. Я сейчас только смотрела. Только что смотрели и встретились, вот видите. Мама. А, ну, ой, смотрите, кого показывают. Ой. Ну, на самом деле приятно очень встречать своих людей. Я уже Оля Буза. Ну, короче, приятно, реально. История, которая повторяется просто из поездки в поездку. Сначала мы едем такие с ребятишками, они говорят, да, мы тоже будем соблюдать правильное питание.
Мы будем ходить в зал. Все будем поддерживать, мы все будем тоже делать. А потом... Та-дам! Прошел день, Горян ел как мог. Нет. Ага, а еще там что? Лук. Лук. Грибы. Ну так вот посмотришь, у всех все идеально, а потом почему все жирные, непонятно. Да ты мчатка, нет, тканил! Сейчас свою малышку не целуешь, блин. Да, без языка. Ой, так покраснела, то Жень. Загар. Ага. Ай, Горян все ест. Хватит, может быть. Реально, прошло уже часа два, и Горян ест просто до сих пор. Ну, полуглевод на окно закрывает. Ага. Лямочки, кулямочки, кулямочки, кулямочки. Нет! Пошли кататься на вон ту горку, и уже все классно, уже все прям вот пошло. Мы такие, вот такие прям, думаем, сейчас как покатим. Но есть одна небольшая проблема. Это горка не нашего отеля. Да, это горка не нашего отеля. Пойдем на нашу горку! Феличита. Нифига себе, ты прям... Шевги, ты прям хорошо так знаешь турецкий? Ну просто там тюркская языковая группа, все знают, что нормально снимаем. Давай! 90! Юбилейный танец! Та-да-да-та-да-та-та-да-да-да-да-да-да! Асса! Та-да-да-та-да-та-та-та! Ой, ну сейчас на 300 танцуешь! Я думал, до конца дня скажу остановить. Как этот хач заебал! В комментариях! Как вы с ним общаетесь? Он же вообще... Он же хач! Мы взлетаем, Турция, прости, прости.